Приветствую всех на своем канале. Такой вот интересный цилиндр, фирма Теста. Видим логотип, замочная скважина, 4-пинка. Ранее эти цилиндры не попадались на моем канале. Ну и вообще я не помню, чтобы я их открывал. Хотя все может быть. Открывать буду в руке. Как вы помните, тиски я не брал с собой, сейчас в Греции, и хочу сразу же переоткрывать эти цилиндры, чтобы мы их не возили с собой. Не возили не вскрытыми, скажу так. Сейчас посмотрим, сколько по времени продержится этот цилиндр и какие пины в нем установлены. Блин, не могу первый пин надавить. Надо взять другую, наверное, клюшку. Обычно первый пин можно продавить чем угодно, но не в этом случае. Давайте заменим клюшку. Возьмем с более загнутым носиком. Оп, продавили. Проверим. И видим вскрытие этого цилиндра. Так, теперь кольцо стопорное я снял. Устанавливаем пиноудерживатель, выталкиваем плаг цилиндра и давайте посмотрим. Так, еще не установили правильно мы его. Оп, а теперь вытаскиваем плаг и давайте посмотрим, какие пины. Вот такой вот плаг, какие пины. Как мы видим, самые обычные. Видно, что сточена, имеется фаска снятая, пины острые, плаг цилиндра обычный, никаких нарезок внутри нет, 4-пинка, вот такой вот профиль. Давайте посмотрим, какие у нас установлены пины нижнего ряда. Оп, 2 пина выскочило сразу. И мы видим, что здесь пины. Китайский пин, как у Вачета. Вот такие вот. И еще 2 пина. Также такие же пины. Обратите внимание. Пины, ну, в точности, как у Вачеты, как у Тесы, старый экземпляр, который мы также вскрывали на моем канале. Так, теперь давайте посмотрим пружинки. Видим, какие здесь пружинки маленькие, но упругие. И обратите внимание еще раз на корпус замка. Лузы, как вы видели, здесь не имеют никаких проточек. Цилиндр, в принципе, простой. Вот. Ну, единственная сложность может быть это с этими пинами. Потому как для кого-то вообще-то это суперсложный замок. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Давайте я приближу, увеличу, чтобы мы посмотрели еще раз на пины. На такие вот пины. Надеюсь, это видео было полезным. Всего хорошего.